После недавних выступлений тирана Имам Али Рахмона с нападками в адрес ислама, в частности в адрес носителей хиджаба, которая породила споры и возмущение среди населения Таджикистана, Министерство культуры Таджикистана заявило о подготовке образцов национальной женской одежды, якобы свойственной таджикской культуре и традициям, с формулировкой «во избежание ношения чуждых нарядов». بود تشویش و شوپا با اونو نگاه میکند خدا نکند در تگ سترشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشه چون که глава ведомства Шамсидин Арумбекзода заявил 21 июля на пресс-конференции, что в обществе не утихают споры вокруг национальной одежды, поэтому исполнительный аппарат президента поручил подготовить образцы одежды, свойственной культуре таджиков, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих дискуссиях. Напомним, что масштабная кампания против хиджаба под лозунгом «Ношение традиционной таджикской одежды» началась в 2015 году. До этого режим ограничивался запретом хиджабов в образовательных и госучреждениях, ссылаясь на определенный дресс-код той или иной организации. Ингона Шмара и Бегона Парасван Зьотчева, Матинджи Орангар.